ты чего там планируешь? Не знаю, просто пока сюда пришел. Биться собрался? Угу. С королевой? С какой королевой? С Лизней. Зачем? А с кем? Просто фармить пришел. Благословенное облако. Что? Облако? Я не знаю, у меня с единорога какое-то облако упало. Ты поднимал? А, яблоко призывает ездового единорога. Я говорю, маунта выбил. Ну, это няшность не для меня. Да ладно. Да. У меня конь смерти. Вниз спускайся. Еще. Или мы будем в грибах? Не знаю, тут просто в грибах обычно площадь открыта большая. О, сундук. Че сундук? Под водой. Как это такой старый? Нечего ему там торчать. Сейчас заберу. Ты меня порвала телепортом. В смысле? Ну, в смысле я тебя порвала? Что ты мне врешь, вон? Тебя зеленая медуза грохнула. Я уже думала, правда, как-то неудачно приземлилась, что ли? Вот врет, блин. Душу не забрала. Собираю как раз. Не, здесь от воды надо уйти, эти медузы дурацкие. Нормальные медузы. Не, у них есть время иммунное, и в этот момент они подползают и убивают. Так ты не стой. Проволокает меня. Пошли титан копать, вот что. Пошли. Куда пошли? Вниз. Ну, я перед тем, как... А в смысле опять я от зеленой медузы? Они... А, я ее пытаюсь бить, и она меня убивает? А это так работало? Они отражают урон, походу. Ну, если я вот рядом... Потому что я не могу иначе стою... объяснить свою смерть на расстоянии. Я была на расстоянии, жива осталась. Они не делали у тебя вот это пых-пых-пых-пых. Ну да, ты слишком близко был. Да далеко я был. Ой. Я тебе яблоко не отдал. Пых-пых-пых. Я пробафался? Пробафался. Ну-ка, подойди-ка сюда и вот стой. На, яблоко. По идее, я тебе его кинул. Но я не уверен. Кинул. Я ушел вниз, а к тебе там толпа вроде идет. Спасибо, не надо. Можно королеву грохнуть еще. Попробовать, по крайней мере. Я даже не успела не среагировать. Там меч пришел, меня убил. Зачарованный. Возможно, он сейчас к тебе пойдет. Я золото хотела еще скинуть, вот только-только. Собралась, думаю, все сделала. Сейчас скину золото. Что ж такая невезука-то? Опять золото потеряла. Ты откуда пришел-то? Отсюда откуда-то, да? Где там? Ну, я тут много где спускался уже. Сейчас сложно. Да, я сейчас найду. Такая прикольная. Найду. Окей.
Ну, сам-то он пропал уже, наверное. Я золото вроде как собрала, наверное. Но там что-то лежит. Не знаю. Да, наверное. Внизу. Оно вниз упало, видимо. Как раз я внизу и собрала его. Так больно было, блин. Раз и все, и нет меня. О, вот он. Он ко мне пришел. А я вообще не ожидала. Я-то, может, подбивалась бы. Он вроде, видишь, отбивается от урона. Я такая, хлоп, и все. Чего ты ко мне тут тянешь свои щупалки? Как больно, блин! Какие они тут все злые! Пойдем за титаном. Я пытаюсь. Меня все обижают. Просто титан у нас сильно ниже. Насколько я помню. Музыка. А что с музыкой? В определенный момент она становится вот такая. Как будто перепела. Не знаю, мне надо. Это о чем говорит? Это, наверное, на тебя какой-то дебаф накладывает. У меня нормально музыка вроде. Ну, такая. Такая, какой-то ремикс. Явно. Прикольный ремикс. Ай, что меня убивает? И делает сильнее. Ну, не убивает. А, на меня камень упал. Это, наверное, освещенная такая искаженная музыка. Но почему до этого играет обычная? Mm-hmm. А, с королевы нам все-таки оружку надо еще выбить. А то я у Наташи тоже говорю, там вроде оружку купить. А я говорю, я не помню. Не знаю. Она говорит, мы же выбивали что-то. Ну, значит, нужно будет еще. Я, наверное, не вижу руды, да? Ну да, не вижу. Зато и бел. Я зря. Включила. Да, это я зря. Не, ну зато светло. Зато вижу хорошо. Оно у меня просто валялось, у меня зелье спелеолога лежало, бьемное зрение. В общем, все массово пьется. Угу. Красота. Это было просто неожиданно. Помнишь, как выглядит титан? Да? Меч, там меч, меч, летит. Меч. Против него. Переключись. Против него нужно этот ближнего боя какое-то оружие, которое бы крутилось и отбивалось бы от него. Здесь диск не подойдет. Видимо, так вот надо будет. Вот это вот не титан. По-моему, нет, он более такой зернистый. Дурацкий меч. Серебряный руда. То, что он не разворачивается. Это не титан. Я знаю, знаю. Сейчас. У нас тут много просто фигни всякой.
скажи, почему опять пистолет не работает? Что ты... А, палочки нападали, потому что... Потому что палочки нападали. Там за нами идет какая-то хренотень. Да кто там? Где-то ловушка, что ли? Топчемся по... Не стой, не наступай сюда вообще. Нужна лопата. Тут и лопата. Нужно, нужен динамит. Много. А там внизу, интересно, это мимик или сундук? Там? Интересно. Он какой-то очень странный просто сундук, подозрительный крайне. Мы сейчас проверим еще вот так. Ах, хрен, мы проверим. У меня сейчас все светится. Это обычный сундук. Ну, вылезай. А таз, сколько мусора всякого. О, меч летит. Где? Справа. Да я ему втащил. Мне тоже нужен меч, который будет крутиться вокруг меня. Или, ну, или... С него, по-моему, что-то падает подобное. Ну или, как минимум, нормально будет разворачиваться у меня персонаж, когда я буду поворачиваться тоже. А то с этим мечом вообще, конечно, прикол. То есть мне нужно отпустить атаку, чтобы повернуться. Чтобы он нормально развернулся. Да. Чтобы комплект переодеть, тоже нужно атаку отпустить. Ой, я две титановые руды нашел. Тут же не титан. А, так это титан. Вон титан, вижу, слева. Ну, там немножко совсем. Вон слева, видишь, кусочек. Ага. Да, я вот пытаюсь вспомнить, где я видел кучку титана небольшую. Там торговец приехал. Давай я сбегаю, потом к тебе портнусь. Давай. Мало ли что интересного у них подается сейчас. Так, Дан там пришел. Вон куда. Давай. А, там этот алтарь. Ну ты молодец. Ой, я не могу. Ты больше не придумал ничего. Красавчик. Водную процедуру у него там. Здесь явно кто-то копался. Возможно, это был я. Возможно. Может быть я. Может быть ты. Если у тебя не подсвечено, значит, это была я.
У тебя же карта не засвечена? Засвечена. Мы здесь копались, в принципе. Антипортальный блок можно поставить. Порталы не могут быть созданы на поверхности этих блоков. И портал. Что? А, он задохнулся. Он задохнулся. Он почему-то заспавнился в воде и ходил там. Я его открыла и смотрела, что у него в магазине. Он забыл подышать. Ну да. Бывает, бывает. Проходили. Так, ладно, давайте я вам продамся тогда. Я не успела купить его, в общем. Ты купить не успела? Нет, я только навелась, как раз хотела купить, и такое что-то произошло. Вот тут где-то этот был. Гоплит, это же из мрамора. Да. Кто меня бьет вот сейчас? Это же серебро. Вроде все. Сейчас сумку гляну. Мешок. Металл детектор, бочонок, это все. Где мимик? Вот это? Нет, это не мимик. Либо я уже убежал от него. В любом случае. У двери мимик. А, вот это мимик? Где? Это сундук. А где? Это скелет, мерцающий корень. Это большой. Слушай, это... Это сундук, слушай, да. Но он не наводится. Ну, потому что это враг, он еще в засаде. Слушай, он тебе сейчас... тащит. Это здоровый какой-то. Он в прошлый раз вот такой нас порвал, видимо. Помнишь? Можно? Я не хочу еще раз порваться. Так, не понял. У меня вещи в сундук улетели, никто. А какой? Вот в этот. Стрелы шута, наверное. Монеты улетели туда. А почему вообще в чужой сундук все улетает? Я не поняла. Вообще не забери знаю. Все, уйдет в мешок, а там дальше будешь. И сам сундук убирай. Да. Прикол. Ну, все. Саша. Держись. Я не пойду. Я его боюсь. Да он же дикий какой-то, безумный. Ну да. Там еще пространство ограничено очень. А они через текстуру летают, по-моему. Ну да. Ой, по нему попало что-то. Бегу к тебе. Думаю, все, я труп, походу. А нет, я еще жив. Не бежать уже? Можешь попробовать. Все, я утру.
Да он какой-то ужасный. Ужасно, страшный. С таким, по-моему, только на каком-то большом пространстве драться, да? Ну да. Именно что? Там слишком тесно. Ну и он выносит опять половину полоски. Меня такой хоба откусил. Угу, угу. Как? Ну, надо быть лучше одетым, видимо. Надо быть лучше. Я прям видел, как крестик появился на карте. Я просто уже наводилась на тебя туда. Хотела прыгнуть. И такой хренак, квак. Ну да. Ну, 108 титановой руды. Сколько? 108. Копируй. Это всего 30 слитков где-то. Да, она скопирована. Пошли, да, это. Ну, а сколько нужно тебе на то, чтобы скрафтить? А не помню. Возможно, уже хватит. Поплавь, посмотри. А, тут по 4 штуки. А, ну тогда пошли еще копать. Где у нас это морозное ядро-то? Подожди, у нас одно морозное ядро? Нет. Я, по-моему, складывала их. Сейчас посмотрю. Вот, да. Материалы. Материалы. Там вон перо морозное, ядро морозное. На грудь надо распределить до хардмодной, после хардмодной отдельно. Вот, получается, 10, 20, 16. Я вообще как бы не уверен, что есть смысл крафтить эту броню. У нее же брони, по-моему, побольше, поменьше. А, нет, побольше. А, поменьше у нее? Побольше. Да, сильно побольше. 32. 10. Так, еще раз. 10, 20, 30 надо. 46. Ой, я думаю, короче, можно это докопировать уже остатки, чтобы не гриндить. Там, нам все равно, конечно, еще души тьмы надо идти собирать. Угу. Раз. Два. Три. И бонус у нас идет на... Ближние и дистанционные атаки вызывают ледяной ожог, увеличивает урон в ближнем и дальнем бою на 10%. Не слабенько, так прикольно. А в сравнении с твоим? Это у тебя сейчас титановая, да? У меня прям брони прибавилось. Ну, у меня брони было с титанами. Не, у меня был кристальный. Ага. Который у тебя сейчас. Ага, я поняла. То есть этот тоже достаточно универсальный. На ближний и дальний бой, но без сокращения на манну. Вроде как. Давай, я тебя скопирую тоже. Давай. Не знаю. На манекен еще нужно поставить. Раз, два, три. Спасибо. Ну, нам это не сильно поможет, на самом деле. С мимиками особенно. Злые они все-таки какие-то. Да ужас. Да тут скажи вот мне, кто добрый вообще из всех, кого мы встречали? Все злые. Ужасные. Ну мы так-то тоже не очень добрые. Ходим тут. Я добрая. Всяких убиваем. Они сами лезут. Мы дальше туда же, да?
сколько у нас душ света? Зачем вообще нам душ света нужны в таком количестве? Душ света у нас 28. Так они везде. Мы можем их уже скопировать, в принципе. Нет, ну там прикольно, так-то только так-то страшно. Да. Только они все дерутся. Света. 25. Душ нужно 100-500. Это грустно. Они на все, видимо, идут. Совсем прям на все.